Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Виргиния. В одной из ранних римских легенд, рассказанной Ливием в книге «Третьей истории», она убита своим отцом, Децимом Виргинии, спасавшим ее от домогательств Апия Клавдия, одного из коллегий десяти, избранной для создания кодекса законов. Это привело к плебейской революции 449 года до нашей эры, которая свергла Децимвират. Неизвестно, была ли эта история придумана, чтобы объяснить историческое восстание, или преследовалась цель дискредитации патрицианской фамилии Клавдия, которой принадлежал печально известный Клодий. Вот выдержка из Википедии. Когда девушку хотели забрать силой, Виргиний сказал Апию: «За Ицилия, а не за тебя, Апий, просватана моя дочь, и вырастил я ее для брака, а не для разврата. Тебе угодно, как скоту и зверю, совокупляться с кем захочешь. Эти, быть может, и стерпят такое, но я уверен, не те, в чьих руках оружие». Апий заявил, что Виргиний и Ицилий хотят вызвать смуту, и приказал арестовать отца, спасая свою дочь от позора, со словами: «Только так, дочь моя, я могу сделать тебя свободной». Виргиний прилюдно зарезал Виргинию у святилища Венеры Клоакины. Апия Клавдия заключили в тюрьму. Там он по различным источникам или покончил с собой, или был тайно убит по приказу народных трибунов. Вот так вкратце о Виргинии. Пока-пока, до свидания.